Курорт цвета хаки, содержание серий, драма 2021 года на канале Первом. Четвертая серия. Стрельцов пытается вычислить крысу в штабе по следам расследования Мещерякова. Для этого ему нужно проникнуть в тайник Мещерякова, находящийся в его кабинете. Но Стрельцов отстранен от службы, и Костомаров прикладывает все усилия для того, чтобы тот не смог попасть в часть. Вера тяжело переживает потерю отца, и еще острее то, что от нее отдалился Стрельцов. Она пытается поговорить с мужем, но Стрельцов не может признаться, что ведет расследование убийства Мещерякова, и уходит от ответа. Вера делится переживаниями со Светланой. В доме у Веры Светлана замечает фотографию, на которой у Стрельцова на шее амулет, связанный с их прошлой любовной историей. Дочь Светланы, Даша, попадает в серьезные неприятности. Ей помогает сын Стрельцовых, Данила. В знак благодарности за дочь Светлана предлагает Стрельцову помочь проникнуть в часть. Стрельцов и Светлана впервые оказываются наедине, между ними происходит откровенный разговор о прошлых отношениях. В итоге, оба не могут совладать с чувствами и отдаются своей страсти.